Всем привет! Сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на один небольшой нюанс при нанесении апперкота. Многие ребята очень часто делают большую ошибку, когда наносят этот удар вот так. То есть, как бы по диагонали, к лицу нашего противника. Для того, чтобы... Нет, он будет работать, конечно. Вы можете и вырубить, и нокаутировать его. Проблем нет. Но правильный апперкот делается несколько иначе. Вот боксерский мешок. Работаем на боксерском мешке. Естественно, если у вас есть вот этот вот резиновый манекен, на его морде намного удобнее это отрабатывать, и быстрее получается сама траектория движения. Но на боксерском мешке такой удар отрабатывается буквально следующим образом. Вы становитесь в защитную стойку, разворачиваете корпус в сторону и наносите вот такой вот касательный удар по мешку. Делать этот удар желательно в перчатках. Почему? Для того, чтобы не порвать кожу. Стереть кожу. Довольно неприятное ощущение. Ладно, когда у вас царапина или разрыв, но когда кожа стерта, это довольно неприятное ощущение. Поэтому в перчатке, в обычной легкой перчатке, становитесь в стоечку, разворот, касательный, разворот, касательный, разворот, касательный, разворот, касательный. Именно по касательной, снизу вверх, а не вот так. Когда вы наработаете такой удар, он действительно будет очень эффективным. Он делается легко, даже при вкладывании, ну, буквально трети силы вашего удара в это движение. Вы вырубаете человека, он просто-напросто падает. Чтобы развить силу удара, желательно в руки взять гантельки. Хотя бы, ну, если вы на начальной стадии, килограмма полтора. Если уже есть сила в руках, вам не помешает взять гантели по 3 или по 5 килограмм и работать с ними чисто в статике, поворачивая корпус и отрабатывая этот удар. Только так вы научитесь правильно, красиво и быстро бить сумасшедший апперкот. Всем удачи, пока!